Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Я сегодня буду заниматься, как говорится, чем? Сегодня займусь я машиной. До часу дня где-то я с пол-11, я сегодня поспал часов до 10, с пол-11 до часу я с птицей возился, а сейчас вот жду, должны приехать купить цыплят, которые у меня выявились, ну, около 50 штук там поместных, вот, на заказ, это заказывали. И поеду менять масло в машине. Вот я приготовил, у меня стоит моторное масло, это остатки, где-то тут, это, наверное, литровая, да? Литровая пачка, где-то пол-литра здесь, и докуплю такого же масла. Машина ездит на нем нормально. В общем, ну или спрошу, может, что посоветуют. Но я такое видел, по-моему, заезжал. Заказывал я ремень приводной генератора. Он у меня там на все, и на генератор, и на кондиционер, и еще на что-то. В общем, он потрескался очень сильно, деформировался. Мне его посоветовали поменять. Также куплю я масляный фильтр и масло. Поеду... На сервис записан я на 4 часа дня. Вот. И вот думаю, сейчас поеду когда? Наверное, надо сразу купить передние колодки тормозные, потому что мне не нравится, что-то машина свистит самопроизвольно, как будто там колодки уже истерлись, и вот что-то там осталось, оно иногда на какой-то кочке криво встает и по диску тормозному скрежет такой идет. Я торможу, когда нажимаю, выжимаю тормоз полностью, останавливаюсь. Дальше еду, все нормально. В общем, что-то приболела машина моя. Вот, надо ее подлечить. Так что у меня сегодня замена масла фильтра топливного, замена ГРМ ремня, ну, замена ремня приводного, да, генератора, а не ГРМ. Что-то я вообще сказал автоматически, не понял, что сказал. Вылетело само... Мозги работают быстрее, чем болтаю. Вот. И передние колодки тогда, если они смогут мне поменять их быстро, чтобы суппорта, может, профилактику посмотрели, сделать суппорта, профилактику смазать, может, застревает там что-то, может, износилось какие-то части. И все. Я надеюсь, сегодня мне это удастся. Поеду и буду где-то шляться, пока они будут ремонтировать мне автомобиль, не знаю где. Может быть, сяду на такси, куда-нибудь поеду в город. Ну все, цыплят забрали. Я сейчас сюда, на вот этот отсек, перенесу опять маранчиков. Потому что тут теплее у меня. Вот, а сюда я гусиков перенесу. Гусят. Чтобы они здесь тусили. Тут побольше места, и им будет повеселее шарохаться. И здесь у меня... Остались, я продал. А у меня тут остались вот один, видите, вот помеченный синькой. И вот он, по-моему. Вот он, да. Сиреневый. Это англичане мараны. А это обычная линия маранов у меня. Чтобы их отличить потом. Все, я их сейчас пересажу наверх. Так, и вот от гусят я еще. Двоих забрал, это англичане тоже, я их помечу сейчас чемиспреем, он сиреневый. И перенесу гусят, все, с птицей закончено, поедем за запчастями. Видели, какие уже гигантские они у меня? Да, растут не по дням, а по часам. Не по дням, а по часам. Все, 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 не корякайте. Не крякайте. Сейчас я им воду сюда принесу. Пусть сидят отдельно. Ну вот, я забрал ремень генератора. 4 литра масла взял. И заказал еще на 1500 тормозные колодки. Старое масло у меня такое же, но чуть-чуть другая этикетка, но то же самое, тойотовское. Оно дешевле, чем хондовское, на 300 рублей литр. А у меня, видали, что есть? Вы уже, наверное, догадались, да? Вон, что есть?
Вон, что есть. Вот такой. Красивый. Вот такой. Пепельный. Мальчик. Мальчик. Мальчишка. Вот такой. Не черный, а какой-то темно-бурый. Что ли, вот какой-то коричнева, черная коричнева. По-моему, тоже пацан. Покажи. Там пацан. Вот такая девочка. Вот такая девочка. Вот такая. Пепельная. Пепельная девочка. Ну и трехцветочка. Такая черная, рыжая, белая. Куда поползла? Куда? 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 Где? Глаза мыл. Мамка глаза не моет. Папка моет глаза, да? Папка глаза моет. Двух котят точно заберут. Ну, может быть, и девчонку третью, вот серенькую, туда пристрою. Отдам черненького, вот это, и вот этого полосатого, красивого. А трехцветную себе оставлю, девочку. Вот так. Ну, в общем, я вот Бербак сервис оставляю машин все время. Вот. Оставил сейчас на замену масла, ремня. Тормозную колодку заказал, повторяюсь, да? Сказали, час по времени это займет работы. Кстати, я залазил в интернете, даже есть отзыв Георгия об этом именно Вербахте, потому что это сеть, у них там тоже в районе, в Советском, Вербак такой есть, или Кировский, или Советский, вот, но ему вот наш не понравился, Дзержинский на землячке, а я здесь делаю, ну, в общем, нормально, нормальный сервис, я хочу сказать, официалы, которые мне ремонтировали Honda, не могу сказать, что они там блещут какими-то супер профессиональными знаниями практическими. Тоже были косяки свои, как и везде, в общем-то, маленькие недоработочки бывают. По времени быстро вроде так делают. А заказал, значит, я сейчас запишусь еще на замену тормозных колодок. На запчасти у меня ушло 4290. Это вместе с тормозными. Масло по 500 с лишним рублей литр сейчас стоит. Я взял 4 литра, и у меня пол-литра было моих. Но сказал, старенькое влейте, а свежее потом на долив оставить. Ремень стоил 750, это я заплатил раньше. И фильтр масляный стоит 680, по-моему, рублей. Что-то такое. Вот, ну, то есть 750 заплатил я полторы тормозные колодки и две, три, 300 с чем-то или 200 с чем-то, это вот масло с фильтром. Как-то так, много цифр, а никуда не денешься, попросил вот посмотреть переднее колесо, скрипит самопроизвольно. Машину нужно как бы ремонтировать, приводить ее в порядок. Она должна ездить, ну, нормально ездить, чтобы ты ехал и не боялся, что вдруг что-нибудь возьмет, да вот так и поломается. На дороге это вообще, ну, самое неприятное. Лучше предупредить, чем потом ловить последствия. Так, куда мне пойти, я не знаю. Надо как-то куда-то пойти, вон по подземке. Вон пешеходный переход есть, сейчас перейду. И, может быть, в семейный магнит зайду, посмотрю, что они там продают интересного. Может, что-нибудь куплю вкусненькое перекусить, пока мою бибику, малышку делают. Вон она висит, меняют масло сейчас, а потом будут менять ремень и тому подобное. Ладно, я поехал. То есть пошел. Куда я поеду? Машина-то висит. О, у нас Росинкас. И вот, наверное, это самая первая инкассаторская машина.
такой памятник. Банк России. Древняя бибика. Пока ожидаю. Взял себе шоколадку. Риттер Спорт. Кефир. Сейчас пока пообедаю, как говорится. Вкусненько, сладенько с кефирчиком. И машину уже сделают. Что разгапкалось? Там что-то стол снимают за оврагом. Это лайт. Что-то делают там со столбом. А это лайт морда. Да, морда. Ручки у меня все поистовошенные, все в мозолях, трескаются. А таз вообще, что левые, что правые, вон все потрескались. От работы! Приехал я с ремонта машины. В общем, масло заменили, фильтр заменили. Сказали, все нормально. Вот, как бы ремень поменяли. И сказали, что тормозные колодки 9 миллиметров. То есть выработки там мало. Они, оказывается, недавно. Ну, не так давно менялись у меня. Я забыл, когда они, честно, менялись у меня. Не дает. Аза! Вот. То есть, а я заказал. Значит, завтра надо будет поехать. Тогда отказаться от тормозных колодок. Вернуть 1500. Это 3 упаковки утеплителя. Мне потребуется утеплитель для дома. Вот. Устал, что-то не знаю, что делать, что снимать. Ну, сегодня по машине занимался. Все. Они сказали, там наконечник разбитый один. У меня правый, левый, не помню. Менять надо. Ну, поезжу еще так. В общем, солнце, видите, заходит. Погода вообще классная, ветра нету. Туйка. Ягодка. Уже косточки твердые. Вкусненько. Полезненько, натуральненько. Вот. Так что все. Всем пока. Что, затягивать не буду. Видео. Такой небольшой отчет, чем занимался сегодня. Утром не показывал, как я их кормил. Но дятина, да? Пока-пока.